Святая служба информации телерадиокомпании «Гомель». У студии працует Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуску. Подрыхтовка до зимы на финише. Гомельская городская господарка готова до подачи тепла. Стратегичная культура. Аграрии убирают кукурузу на зерне. Сезон потярашек. Милиция просит грибников быть уважливыми. «Дамы и гусары». Областный драматичный театр открывает новый сезон комедийной постановкой. Спортсмены за безпеку дорожного руху. Аутогонщики спрачаліся у майстерстве хуткасного маневрования. А зараз об гэтым и іншым больш подрабязна. Президент Беларуси, главнокомандующий Збройными силами Александр Лукашенко, завтра прыме удзел у сумесным стратегічным вучэнні Збройных сил Беларуси и России «Захад-2017». Об гэтым поведомили у пресс-службе беларускага лидера. Плануется, что кіраўнік державы будет назирать за одним из главных эпизодов на Барысовском полигоне. Нагадаем, у вучэннях задзейнічана амаль 13 тысяч военнослужащих, 370 одинок бронетанковой техники, до 150 одинок артиллерии и реактивных систем залпового огню. Больше как 40 самолетов и вертолетов. Запрошено несколько десятков наглядальников, аккредитовано больше как 270 замежных журналистов. Протягиваем выпуск. Подрыхтовка Гомеля до отепляльного сезону на финишной прямой. Большасть доведенных заданий выполнена на 100%. Такая информация огучена сегодня на посяжении Гомельского гарвыканкама. Доклад сделал генеральный директор Гомельской городской ЖКГ Виктор Кулага. По его словам, в ходе подрыхтовки до отепляльного сезону великая увага надавалась жилевому фонду. Адремонтовано 86 тысяч квадратных метров дахов. Ревизию прошли больше за 1700 тепловых пунктов. Утеплены 60 жилых домов. Завершаются работы по проведению у належный стан дорожно-мостовой господарки. На сегодня выполнены ямочный ремонт 20 тысяч квадратных метров дорог. Заменено 70 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Нарыхтовано амаль 9 тысяч тонн пешано-соляной сумеси. Цалком выполнены план по капитальным ремонте поветренных линий электропередач, трансформаторных подстанций и размерковальных пунктов. Поспехово завершена реконструкция Гомель ЦЭЦ-1. Нагадаем, она проходила с кастрычника 2015 до липеня этого года. И одно из главных питаний – обновление тепловых сеток. Что год у областном центре заменяют минимум 4% коммуникации. Так, за последние 7 годов обновили больше за 180 километров тепловых сеток, 25 из яких сёлета. Комплекс проделанных работ позволяет нам с уверенностью говорить, что город реально подготовлен к работе в зимних условиях. Все теплоисточники и потребители тепловой энергии своевременно подготовились и получили паспорта для работы в зимних условиях. Конечно же, есть и определенные проблемы. На сегодняшний день более 50% тепловых сетей имеют предельный износ. Поэтому, конечно же, балансодержателям тепловых сетей необходимо учесть практику прошлого отопительного сезона и обеспечить стабильную безаварийную работу тепловых сетей в зимний период. 28 вересня фонд «Гомель Обламайомость» проведе аукцион по продаже объектов нерухомости. На торги выставить 11 лотов. Цена прикладно на половину из них будет снижена на 80%, на остальные от 20 до 50%. В основном объекты находятся в Гомельском, Жлобинском, Лоевском, Калинковицком, Октябрьском и Житковицком районах. Их размещение у сельской местности имеет свои переваги. Будинки продаются без платы за право заключения договора аренды земельных участка. Зацікаўленым необходимо поспешаться, бо прием заяв завершится 26 вересня. Подробную информацию можно найти на сайте фонду альбо отримать по номерах телефонов у Гомеля 70 38 49 або 70 36 43. На Гомельщині розпочалася уборка кукурузи на зерні. Згодно з оперативними даними облсельгазхарчу, зараз убрано 3% відведених на гэтыя мэты площу і намалочено больш як 10 тисяч тонн. По словах спеціалістаў, сёлета ураджайнасць гэтай культури повинна быць вышэйшай за леташнюю. Справы вязковыя у матеріалі Олега Сенцерова. Кукуруза для агракомбината «Гомельщ» – культура стратегічная. По причині не завсёды спрыяльнага надвор'я ураджай зернявых сёлета недзе на 300 тонн менш за мінулагодні. Недобор повністю компенсуется кукурузой. Ее уборку на зерне почали только 3 дні тому. Казать об высоких намолотах еще рано, але уже зараз бачно, урожай будет добрым. Коли летось отримали меньше, как 2,5 тысячи тонн кукурузного зерня, то в этом году повинно быть коля 6. На сегодняшний день убираю, показываю комбайн больше 70 центнеров. Местами под 90.
Ну, неровная трошки площадь. А так кукуруза хорошая. По сравнению с прошлым годом лучше. Но это убираем, как бы, трошки такие поля. Сейчас пойдем брать уже получше. После выполнения держзаказу практически все остальное зерня у господарства выкрасывается на корм живёле. В 2015-м тут начали строительство буйного свиноводовчего комплекса. На полную могутность он повинен выйти на проконце первого квартала наступного года. Сегодня это самый закрытый для наведывания объект сельгазпредприемства. Трапить на территорию свинокомплекса можно только с дозволу ветеринарных служб, а ей тут есть целый шерох обмежеваний. Сюда, например, николи не пропустить человека, який тримает у подсобной господарства свиньев. Нельзя трапить на комплекс и одразу после наведывания лесов. Необходимо вытримать как минимум двухтыдневый карантин. Такие потребования выкликаны у первую чергу необходимостью предохилить махчимое распространение африканской чумы свиньев. У вынику заражения придется знищить у всех хворых живел, а это ведьми значные страты. До того же с новым свиноходовчим комплексом у агрокомбинате «Холмич» связывают великие планы по дальнейшему развитию господарки и повышению добробыта ее працовников. Реализация мяса дозволит отримать значные додатковые прибытки и довести среднюю зарплату до 1000 рублей. По самых степлых подлеках, что месячно комплекс может приносить до 600 тысяч рублей. Это суперравнально с продажем больше как 2000 тонн сборжа, с той розницей, что местная вытворчесть не залежит от сезону. Хоть финансовое поступление можно повеличить еще больше, когда вместо сырого мяса пропоновать готовую продукцию. При желании все можно сделать, и при хороших подходах может найти каких-то инвесторов, будем искать. Но надо сразу выйти на проектную мощность, чтобы получить свинину, а потом заработать какие-то деньги, и чтобы потом уже начать думать про переработку. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Телерадо компания «Гомель», Речицкий район. І у працяг теми сезонних сільськогосподарчих робіт. Середня урожайність цибулі у Гомельській області сьогодні на 20% вищіша за літошню. По даних на сьогодні, гэтая культура убрана на 70% площів. Забрана каля 14 тисяч тонн. Добрые виды на урожай і по іншій городнині, масовая уборка якої іде у регіоні. Наприклад, урожайність капусти і бураков на 45% вищіша за минулогоднюю. Недрена уродила морква. Зеленого горошку, уборка якого в області уже завершена, собрана на 600 тонн больше, чем летось. Хоть кончатковый прогноз по валовым сборам городнины робить заучасно, специалисты сельской господарки упылненные, что он будет не нижейший, чем у минулым годе. Потребы мясцового населения аграры смогут задоволить у полном объеме и практически до наступного урожая. У приватности цибули плануется собрать больше за 20 тысяч тонн, тогда как потребы в области оцениваются у 12,5 тысяч. Частка свежей городнины уже на полицах магазинов. Саправды массовая ее реализация будет идти на кермашах. До конца осени у городах в области их проведут больше, чем 1200. Запланировано около 300 поширенных кермашов выходного дня. С початку грибного сезона 10 жыхароў нашей области заблукали у лясах. Праваахоўнікі занепакоены ситуацией. Походам за грибами спрыяе теплое надворье, и новые выпадки изникнения людей отбываются амаль кожные сутки. Праваахоўнікі застерагаюць от тихого полявання пожилых людей, якія маюць проблемы со здоровьем. Падчас визиту у лес необходимо обовязково брать с собой питную воду, мобильный телефон, проверить заряд батареи и поведомить близким об маршруте подорожжа. По статистике, менавіта пенсионеры у лидерах по колькости проведенных пошуковых мероприемств. Как пример, одна из пожилых женщин в Калинковском районе, когда мы ее уже нашли, рассказала о том, что она не взяла с собой сотовый телефон, боясь, что она потеряет его. Не нужно этого опасаться, нужно брать с собой мобильный. Почему? Потому что даже если вы находитесь вне зоны сети сотового оператора, вы имеете возможность набрать телефон 112, который в любом случае сработает, и вы сообщите о своем местонахождении, или же мы примем меры для того, чтобы вас найти. Вратавальнікам приходилось ликвидовать наступствы шквалистого ветру. Поведомления о поваленных древах поступали от жыхароў разных районов и областного центра. У Гомеля снова отбылося падение древа на припаркованном у дворы авто. Вратавальники Речицкого и Рогачевского районных подразделений убирали поваленные древы с проездных шасток. Такие выпадки зарегистрованы на трассе Р-82 Речица-Светлогорск и у вёсцы Озяраны.
Лепшие огнеборцы в области собрались на навучальном полигоне Гомельского филиала Университета громадянской обороны. Там прошли командные споборництвы работников газодымоохранной службы. Баталии являются традиционными и проходят на протягу нескольких десятилетий. Сёлета удельниками споборництва стали 40 сотрудников 8 подразделений МНС региона. Им было необходимо пройти 4 этапы. Наибольш видовищное – переодоление эстафеты, пошук потерпелых и прохождение лабиринта у дымокамеры. Наша дымокамера, это вот то, что за моей спиной, она является лучшей в области и одной из лучших в республике. Здесь созданы все условия, которые максимально приближены к боевым. То есть здесь и повышенная температура, и условия задымления, и повышенные нагрузки. По выниках споборництва у тройку призеров замыкает команда Лельческого подразделения МНС. Другое место у команды пожарно-аварийного ратовального отряда номер 3 города Речицы. Переможцами стали гамельчане, сотрудники городского подразделения МНС. Гомельский областный драматичный театр рыхтуется открыть новый театральный сезон. Уже завтра установа будет сустракать у своих дверях гостей. 79-й театральный сезон открыется премьерой музычной комедии «Дамы и гусары» по пьесе польского драматурга Александра Фредра. Сюрпризы для глядачов начнутся еще у фойе. Им пропонуют окунуться у эпоху высокородных дам и мужных кавалеров. Стародавние танцы и музыка дозволят гостям лепш воспринять новую творчую работу гомельской труппы. Режиссером-постановщиком премьерного спектакля выступил советский и российский актер театра и кино, московский режиссер, який уже давно плённо супрацовничает с Гомельским театром, заслуженный артист России Валентин Варыцкий. На сцене разгорнется история про то, как старый гусар и его сябры после кровопролитных битвов проводят отпочинок у холостяцких забавах. И они утягиваются у любовные интриги, створенные выдатными дамами. Спектакль рассказывает про забытый дух рыцарства, про гонор и высокородность, про соправдную мужность и жаночую прыгажость. Герои постановки будут выблытываться с мешанины бесконцых комедийных ситуаций, что сделает театральный вечер по-особливому ярким. Пьеса достаточно проста по сюжету. Но самое главное было нам с артистами, замечательными артистами этого театра. Они очень профессиональны. Я сюда люблю ездить. Правда, не часто. Бывает, 2 года проходит, бывает 4, потом еще 4. И когда появляешься, с большим удовольствием работаешь. Надо было придумать вот эту историю, как, какие взаимоотношения, тонкости, какие конфликты возникают. И мы сделали свой вариант. У нас музыкальная комедия. Музыка, по-моему, это очень симпатичная пластика. Артисты замечательные. Поэтому я всех приглашаю посмотреть нашу работу. Вискатанне шин и захапляльные маневры. Пляцовка перед палацем водных видов спорту у Гомеле знов стала аутодромом для удельников споборництвов спортсмены за безпеку дорожного руху. Дарэчы, у гэтым годзе акция проходит у 15 раз. Гомельский этап споборництва по хуткасным маневрованию 4-й по лику. Его головная особливость – трасса. Пляцовка ля палаца водных видов спорту – самая маленькая по площади. И тут на первый план выходят не техничные характеристики автомобиля, а майстерство пилота. С гэтым у белорусских майстров руля проблем нема. Яны виртуозно переодольвают богатую на крутые виражи трассу. Дарэчы, подлечить колькость аутоаматоров и профессионалов, которые за 15 годов прошли праз горан акции «Спортсмены за безопасность дорожного руху», тяжко. Лик иде не на одну сотню. Пытался посчитать и количество людей, прошедших через наши соревнования. Когда цифра дошла где-то 280, я понял, что не успею посчитать все к сегодняшнему дню. Оставил эту затею. Но я предполагаю, за 15 лет мы подготовили где-то порядка, наверное, 400-500 спортсменов, участников, которые ушли либо в автоспорт дальше, либо просто повышали свой уровень вождения. Задача падчас заезду ехать як мага хутчэй и при этом не пересекать межи трассы. За каждый сбитый конус штраф у некалькі секунд, которые прибавляются до выникового часу спортсмена. Переможцем гомельского этапа у аматорским заліку стал Андрей Либман, у абсолютным – Дмитрий Баркан. Наступный этап акции отбудется 23 вересня у Барановичах. Финал 7 кастрычника у Минску. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага, да сустрэчы ў эфіры.